Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Чеботарев, ректор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского, доктор физико-математических наук, профессор. Здравствуйте. Добрый день. И Анатолий Викторович Скальный, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой биоэлементологии МГУТУ, вице-президент Института микроэлементов ЮНЕСКО, основатель Центра биотической медицины. Здравствуйте, Анатолий Викторович. Здравствуйте. Очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. 2020 год для многих стал переломным моментом. Многое изменилось за этот период. Пандемия выявила слабые стороны. Сегодня многие понимают, что фраза «мы то, что мы едим» – это не просто красивые слова. Правильное питание и баланс микроэлементов в организме человека может творить чудеса. Вот об этом сегодня поговорим подробно. Сергей Николаевич, как пандемия повлияла на работу университета? И на что сегодня в своей работе вы делаете основной упор? Пандемия для университета, как и для всего мира, конечно же, отрицательным образом повлияла на психологическое состояние прежде всего, потому что пандемия сказалась на взаимоотношениях между людьми, но этот период был краткосрочный. Мы создали новую видеостудию, мы включились в работу, создали 906 онлайн-курсов и тем самым обучили наших студентов современным технологиям и наших преподавателей, естественно, тоже. Но мы осознали, что как вуз, работающий в области пищевой промышленности, а также перерабатывающей промышленности, мы должны в том числе диверсифицировать наши образовательные программы. Задумались о том, каким образом в этот сложный и непростой период помочь нашим студентам, которые обучаются по направлениям, связанных с пищевой промышленностью, а также в области биотехнологий, приобрести новые компетенции, которые, несомненно, будут востребованы в этот непростой период. И кроме того, мне хотелось бы отметить, что мы развиваем программу дополнительного образования. И вот здесь как раз при разработке новых курсов мы осознали, что необходимо переключаться не только на пищевые добавки либо современные технологии приготовления пищи, но и на ту пищу, которая обладает всеми необходимыми микроэлементами, и тем самым с пищей приходит здоровье. И пандемия таким образом стала той возможностью для создания новых уникальных курсов и для осмысления развития новых научных направлений в нашем вузе. Недавно при университете открылась кафедра биоэлементологии. Как это связано с выбранным вами вектором развития университета? Кафедра биоэлементологии является одной из новых кафедр в нашем университете, и как раз-таки эта кафедра позволяет объединить новые направления развития в медицине с традиционными направлениями, которые реализуются в нашем вузе. Это и пищевая промышленность, это уникальные рецептуры приготовления блюд, но мы уже подходили в этом направлении к созданию уникальных блюд, которые обладали теми свойствами оздоровления. Но нам не хватало в данном направлении таких крупных специалистов, как Анатолий Викторович, которые бы могли за счет своего опыта и за счет имеющейся научной школы придать новый импульс развития в этом направлении. Поэтому была принята идея открыть эту кафедру биоэлементологии. И как раз в год науки и в день науки 8 февраля мы и презентовали в присутствии большого количества лиц из министерств, ведомств, лабораторий Анатолия Викторовича. Анатолий Викторович, вы как основатель школы биоэлементологии, конечно же, руководите не одной кафедрой в нашей стране и не одной лабораторией. Вот все-таки работа именно с МГУТУ, насколько она перспективна, насколько она интересна и насколько она сегодня обусловлена теми процессами, которые происходят в обществе? Идея очень проста. Еще Гиппократ ее озвучил. Я хочу, чтобы лекарство стало пищей, пища лекарством. Чем лучше мы будем кормить человека, чем лучше мы будем обеспечивать его из разных источников. Можно же из космической пищи, можно и кейтерингом, можно разными, можно и домашнюю готовку. Неважно, для организма все равно, откуда попала та молекула, которая ему нужна. Но лучше бы она была вкусной, лучше, чтобы она была красивой, лучше, чтобы она была полезной. И, естественно, не было никаких примесей, которые вредят. Так вот, идея наша, что чем лучше мы будем людей обеспечивать
физиологические потребности их обеспечивать, особенно в наше время персонализированно, тем меньше нам придется лечить. Вот вообще в Китае такой хороший принцип. Врачу платят не за то, что он вылечил, а за то, что он не допустил развития болезни. Древняя китайская медицина, традиционная китайская медицина зиждется на этом. Авторитет врача равен его профилактическим усилиям, в первую очередь, ну, если перевести на современный язык. И мне бы хотелось увидеть, чтобы это традиции профилактической медицины вновь обладали, преобладали в нашей медицине. А профилактика – это питание, это экология, это здоровый образ жизни, это физическая активность. Ну, получается, здесь вот при имеющихся ваших знаниях и той базе, которая есть в университете, вы прям прекрасно дополняете друг друга. То есть это открывает новые возможности. Какие сегодня задачи ставите перед своим коллективом? Перед нашим коллективом задача очень простая – от слов к делу. Я вообще человек, который любит что-то делать. Мне кажется, что мы можем родить новые технологии. А самое главное, технология – это знание. Потому что если мы воодушевим людей какими-то идеями, то они создадут новые технологии больше, чем ты сам можешь создать. Потому что нет единого уникального источника знаний или синтезатора каких-то новых знаний. Есть много людей, они разнообразны. Но, как подсказывает наука об организации всего, технология, да, все равно законы природы приблизительно одинаковы. Люди приходят, в конце концов, к правильным решениям, к правильному выходу и эволюционируют. Я надеюсь, что наша чуйка человеческая не подведет нас в плане нашего развития, и мы будем выбирать те технологии, которые наиболее полезны для нашего развития. Ну и создавать их. То есть через знания к развитию новой культуры потребления, новой культуры лечения, профилактики через знания, а не через стрессы типа ковида. Надо приходить тому, к осознанности того, что мы должны управлять своим здоровьем. Самый простой способ, ежедневный способ, ежесекундный способ – это обеспечение баланса химических элементов. Кислород, вода, микроэлементы, кальций, магний, фосфор должны, белки, жиры, углеводы – все должно поступать человеку постоянно, пока он живет, пока он дышит. Сергей Николаевич, на ваш взгляд, мы все готовы к этим переменам? Готово ли общество к совершенно новому взгляду на еду, на питание, на новые технологии? Готовность общества определяется, с одной стороны, технологическими возможностями, а с другой стороны, рекламой. Вот сейчас как раз уникальная возможность, когда технологические возможности по приготовлению пищи, причем пищи сбалансированы и по микроэлементам, и по макроэлементам, и по сниженности калорий. Вот сейчас этот момент я хотел бы более подробно отметить, потому что сейчас мы привыкли в процессе общения либо за чашкой чая, либо за более плотным обедом обсуждать какие-то вопросы. И часто мы не замечаем, что количество потребляемых калорий становится слишком велико. И для этого современные технологии, сохраняя те же самые вкусовые свойства, создает уникальную продукцию с пониженной калорийностью. Но помимо этого, если в такую продукцию, которая по массе будет как раз позволять человеку себя чувствовать комфортно и вести разговор в течение часа, потребляя эту пищу, по калорийности это будет сниженное потребление, и туда же вводя микро-макроэлементы и те элементы, которых не достает, а для того, чтобы их выявить, опять-таки технологии созрели. Есть уникальные приборы, уникальные методы выявления недостатка тех или иных микроэлементов, тем самым введение в эту пищу. Это с точки зрения технологий. С точки зрения рекламы и современного состояния общества, сейчас очень многие начинают следить за своим физическим состоянием, занимаются спортом, следят за тем, чтобы потреблять правильную пищу и готовы платить за эту пищу. И тем самым технологии вместе с запросами общества и соответствующим сформированным трендом именно в это время, особенно в период пандемии, когда у общества была возможность и время задуматься, что мы едим, и подготовиться к потреблению качественной сбалансированной пищи, и позволяют нам сейчас, создавая эту кафедру и предлагая новые технологические разработки, удовлетворить запросы общества. Надо любить народ, надо любить каждого человека, представителя народа. Тем более, нас замечательный народ, он хочет учиться. Почему бы не дать эти знания? Только они должны быть как минимум модерированы
специалистами, и не обязательно нашими, надо привлекать иностранных специалистов, у которых уже эра вот такого интереса, ну, органического питания, еще каких-то вещей, в общем-то, уже наступило раньше, чем у нас. У нас только недавно мы стали жить более-менее хорошо, вот, после стресса 90-х, и когда мы действительно стали уделять себе внимание. Но мы разрушили, мне кажется, этапность вот таких принятий решений. Если, например, в советские времена было, может быть, что-то очень заорганизовано, сейчас вот вольница, она приводит к тому, что действительно мы опускаемся до уровня рефлексии, а не точных знаний. А наше новое время, как правильно сказал Сергей Николаевич, дало нам возможность и технологически, и анализы делать, и продукты готовить, и изучать себя, и психологией заняться. В общем, мы живем в прекрасное время новых возможностей, которые надо разумно использовать. Вот. А для этого нужны ученые, должны просветители, и должны, я называю это, как это называется, краснокрестовские иногда деятели, активисты, волонтеры, которые это донесут до широких масс, но их надо правильно обучать изначально. Вы затронули тему науки, ученых. Насколько сегодня вот молодые специалисты радуют и те ребята, которые учатся в вашем университете, своими результатами, своими идеями? Наши ребята талантливы. Во-первых, мы имеем развитую систему непрерывного образования. Взаимодействуя со школами, мы их заранее готовим для поступления в университет и отбираем, мотивируя собственными и внутренними грантами, и проектами. И уже поступая в университет, они получают очень надежных коучей, которые помогают им выигрывать в различных конкурсах. Допустим, совершенно недавно один из наших студентов стал победителем программы «Умник Черкизова», когда крупный работодатель предоставил возможность реализовать идею и создать стартап нашему студенту. Но помимо вот такого рода конкурсов, наши ребята активно включаются и в серьезную рутинную научную работу. И здесь есть также определенного рода успехи. В прошлом году впервые в нашем университете была защищена докторская диссертация по персонализированному питанию. И сейчас развивается научная школа. Правда, это немного иное направление, чем у Анатолия Викторовича, но вместе с тем это дополняющее направление. И у нас появляются аспиранты. Если выстраивается вот такая преемственная линия ученых, то тогда появляется интерес. И количество ребят, вовлекающихся в проведение научных исследований, увеличивается. Я могу сказать в цифрах, что у нас количество ребят, которые участвуют в комплексных ВКР с последующей публикацией научных результатов, увеличилось всего лишь за один год пандемии, сложный год, увеличилось на 24%. То есть на четверть количество студентов увеличили публикационную активность. Поэтому я считаю, что наши студенты талантливы, а у них есть большое количество возможностей для реализации своих идей и через бизнес в рамках реализации стартап-проектов, и через проведение научных исследований при поддержке грантов различных фондов, и тем самым продвигая фундаментальную науку. Анатолий Викторович, ну я знаю, что вы тоже поддерживаете молодых ученых и практически совсем юного возраста выращиваете кадры. Пытаюсь. Иногда удачно, иногда нет. Но, вы знаете, один удачно найденный будущий специалист – это большое счастье и для страны, и для тех, кто его нашел, и для тех, кто его воспитал. Ну, как то есть не обязательно, чтобы их было много. Не обязательно, что вот из тысячи все тысячи выстрелят до 100%. Нет, не должны все тысячи выстрелить. Не могут. По разным причинам. Но если даже один, если даже 10. Я работал с спортсменами в спорте высших достижений. Вот, чтобы вырастить Шарапову или Кузнецову, много случайных совпадений, много рутинного труда, много характера не только спортсмена, но и родителей. Не только родителей, но и врачей. Не только врачей, но и промоутер, но и многих людей. И многие люди делают вот этого одного уникального человека. Но этот один уникальный заразит занятиями спортом миллионы. Этот один уникальный принесет удовлетворение, какие-то эмоции положительные миллионам. И за это стоит бороться. Но надо тоже понимать, что
Он один, он не сам себе сделал. У нас очень часто футболист получает больше ученого. Но все-таки это командная работа, Это работа общества. Это зависит от качества школы, где он учился, от качества учителей, от дорог, по которым он ехал в школу. Понимаете, очень много факторов. То есть можно сказать, что если тебе Бог дал талант, ты должен им делиться, и ты должен понимать, что это не только ты. Это очень много. Может быть, твоя бабушка заложила тебе такой ген, который тебе помог стать талантливейшим. А другие помогли этот ген развить, помогли этот ген успеха как-то обработать как красивый бриллиант и сделать действительно нечто большое. Но если ты повторил путь такого успешного человека, ты по пути стал сильнее. Ты равнялся на лучшего. И я считаю, что это правильно. То есть надо понять, чем больше в стране людей, которые стремятся к лучшему, тем больше скамейка запасных, тем больше замечательных кадров, тем много больше замечательных членов общества. Но самое главное, чтобы у всех этих ребят была возможность реализовать вот как раз то, что делает университет, являясь вот этой площадкой, реализовать свои проекты, реализовать свои идеи, чтобы они понимали, что их труды, которые они пишут 5-10 лет, они не напрасны, что они действительно востребованы обществом, что они действительно нужны. И как раз вот сейчас и пандемия, и питание, и микроэлементы, и биоэлементология, вот все то, о чем мы говорим, оно все очень хорошо и тесно переплетается. Вместе с тем хотелось бы еще дополнить аналогию про спорт. Анатолий Викторович говорил о спорте высших достижений. Если перейти снова к научным исследованиям, то это состоявшиеся маститые, признанные ученые, вот такие, как мой коллега, сидящий рядом со мной. Но они готовят, конечно, уникальных ученых, которые затем создают новые научные направления и новые научные школы. Но без спорта массовых достижений, без вот такой студенческой развитой науки, без соответствующей инфраструктуры, мы не сможем выявить те ростки и молодые таланты, которые появляются. Вот как раз задача университета – и создать инфраструктуру и пропустить через себя соответствующую среду для того, чтобы дать возможность талантам прорасти. Но вместе с тем, обладая инфраструктурой, обладая развитой молодежной средой, без учителей совершенно невозможно вырастить никого, потому что должен быть явный, качественный пример, к чему нужно стремиться. Поэтому вот здесь университет как раз та площадка для создания уникальных возможностей лучшим. Но вместе с тем все остальные, которые, к сожалению, не смогут стать по тем или иным причинам состоявшимися ведущими учеными, они всегда найдут свое место для того, чтобы стать тренерами, преподавателями, консультантами, ну и просто хорошими специалистами. 18 мая на базе университета пройдет крупнейший форум по питанию. Расскажите более подробно. Но это также мы в ожидании инноваций, потому что до этого у нас были конференции только по биотехнологиям, там рассматривались и традиционные вопросы, и затрагивались в том числе вопросы, связанные с правильным питанием, ну и частично, возможно, с биоэлементологией. Правда, до профессора Скального в стенах нашего университета обычно не говорили биоэлементологии, как-то используя другие синонимы, но вместе с тем, имея вот такую платформу и накопленный опыт, мы решили, что пора провести конференцию, в которой помимо медицины и вот тех разработок, которые привнес в наш университет профессор Скальный, еще связать это все с психологией. И в этом уникальность той конференции, того форума, который состоится 18 мая. То есть это уже не только про питание, но и про то, как донести до потребителя наши продвигаемые нами идеи, и при этом довести так, чтобы ему самому захотелось воспользоваться этими разработками. И это крайне важно. Вот просто нагнетанием за счет рекламы, шумихи вокруг правильного питания, ничего не добиться. И индивидуальный подход, и мы будем рассматривать эти вопросы на конференции, будет заключаться в том, что не только персонализированное питание нужно для человека по проведенным научным исследованиям и выявлению нехватки тех или иных микроэлементов, но индивидуальный подход в убеждении, что это именно ему нужно, не навязчивым, а для кого-то, может быть, наоборот, достаточно силовым образом. И вот попытки обсуждения столь сложных вопросов будут предприняты 18 мая на нашей площадке. Анатолий Викторович, кто он, человек будущего?
Человек будущего – это ноосферный человек по Вернадскому. Человек, который осознанно относится к своему существованию. Это человек-соратник, который ищет ближнего не потому, что на него надо заработать или оказать влияние, а для того, чтобы найти в нем человека, который вместе решит общую задачу. Какая общая задача? Качественная, счастливая жизнь и восходящая эволюция человечества. Сергей Николаевич, каким вы видите питание в будущем? К сожалению, питание в будущем, и сейчас уже просматриваются соответствующие тенденции, все-таки будет разноплановым и строится по стратам. Кто-то выберет питание будущего в виде form-free факторов, допустим, без глютеновой, либо еще какое-то питание в ограничении чего-то, что считается, пойдет на пользу организму. Это вот одно направление. Другое направление, которое мне сразу скажу, что не очень нравится, но это переход от естественных форм происхождения, допустим, мясной, молочной продукции, к синтетическим. Здесь хотелось бы вот отметить, что для получения одной калории мяса требуется 23 калории растительной пищи. И требуются большие площади для выращивания скота и, соответственно, большое количество биомассы. Для того, чтобы произвести, эти опыты сейчас есть, и они уже реализованы в конкретном получении искусственного мяса, требуется всего от 4 до 6 калорий на одну калорию такого искусственного мяса. По вкусовым признакам оно примерно то же самое. Если туда еще ввести микроэлементы и сбалансировать состав, да еще и использовать современные средства приготовления высокой кулинарии, то вы не найдете отличия. Но вместе с тем, вот такой способ питания, наверное, все-таки слишком искусственен, и его бы, наверное, нужно использовать при условиях, когда другой возможности нет. И тем самым вот здесь будет некое расслоение. Искусственная пища, достаточно дешевая, сбалансированная по многим параметрам, но и обеспечивающая, в принципе, почти ту же самую продолжительность жизни. Но теряется главное в пище. Что важно? Важно, чтобы пища была и вкусной, полезной, но вместе с тем ее предыстория также важна для человека, потому что сотни тысяч лет эволюции приводили к тому, что он что-то поедал из растительного мира, из животного мира, и это на самом деле, скорее всего, при проведении исследований будет выявлено отличие искусственного и вот таким образом биологически естественного происхождения пищи. И там тоже появятся, наверное, какие-то противоречия, но вместе с тем это направление тоже неизбежно будет. И третье направление – это сразу создание искусственной субстанции пищи. Сейчас мы используем в том числе и в учебном процессе 3D-принтеры, готовим пищевые смеси, в том числе вот Анатолий Викторович батончики готовит, которые, конечно, не являются в какой-то мере пищей будущего, но являются прототипом этой пищи будущего. Но это уж совсем далеко. Пусть это, наверное, очень похоже на еду космонавтов, только еще в более футуристическом плане. И это обеспечит массовое питание, обеспечит сбалансированность, но совершенно уничтожит эстетический вкус. Тем самым выбор, наверное, для богатых – это ограничение, как я уже говорил, от глютена, еще чего-то, но все естественно и сбалансированное с минимальным влиянием за счет того, что это пища высокого качества из дорогостоящего сырья. Второе направление, еще раз его отмечу, это искусственная пища, которая по вкусовым качествам примерно то же самое, но и средней ценовой категории. Ну и для массового потребления третий вид искусственных смесей. А почему это важно? Потому что сейчас 1,4 миллиарда людей на планете голодают. А если мы обеспечим производство пищи, да еще и сбалансированной, то появится возможность накормить этих людей. Но вместе с тем я вот сейчас хотел бы отметить, что накормить всех сбалансированно и на долгий период откроет целый ряд
новых проблем. Это увеличение сразу же продолжительности жизни, много пенсионеров нетрудоспособного населения. Второе, за счет неконтролируемой рождаемости мы сразу увеличим народонаселение на нашей планете. И тем самым вот те вопросы, которые появятся перед будущими поколениями, будут достаточно серьезными. Поэтому мне кажется, что самое главное здесь необходимо находить возможности сбалансированного подхода к будущей пище, к современной пище и к тем проблемам, которые я уже озвучил. Во всем нужна мера и баланс. Да, и оставаться человеком, если мы хотим быть таковыми. Пища – это не только источник энергии, калорий, каких-то питательных веществ. Культ производства пищи – это то, что объединяет семью. То, что не атомизирует, а объединяет людей, сообщество. Вокруг костра мы любим собираться. Да? А когда нам привозят приготовленную пищу, мы лишаемся удовольствия общения, мы лишаемся удовольствия единения. Сидящий за компьютером айтишник, который поедает, не глядя, булочки, запивает кока-колу. Мне кажется, ему совершенно все равно, какую категорию пищи, что он в этот момент есть. Это очень плохо. И нам надо сохранить человека. Человек – это существо социальное. А пища – это один из мощнейших объединителей семьи и людей, друзей, общества, страны. Я еще раз повторюсь, во всем нужна мера и баланс. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.